Четверть века в искусстве. Накануне Краснодарский молодежный театр закрыл 25-й сезон и отметил юбилей. Праздничный вечер не обошелся без награждения коллектива. А главным сюрпризом стал перформанс в фойе и на сцене. Зрителей ждала премьера спектакля «25», поставленная специально ко дню рождения молодежки. Все это увидела и наш корреспондент Елена Гилева. Погрузиться в атмосферу молодежки смогли даже те, кто пришел сюда впервые. В фойе декорации из известных постановок, в гардеробе костюмы главных героев. В центре зала красный стол. Сейчас он здесь, а в спектакле «Шекспир. Зимняя сказка» вокруг него и разворачивается действие. Отцы и дети, миледи, события и другие спектакли буквально на один вечер слились в одну историю. Историю молодежного театра. Вот это, наверное, самая интересная часть. Это из писем любви, но здесь добавлены фотографии наших артистов, которые 25 лет назад вот выглядели именно так. Кто-то совсем ребенок, кто-то постарше. А какие они сейчас, можно будет увидеть на сцене. Четверть века молодежный встречает премьеры. Ей же и закрывают этот сезон. Спектакль так и называется «25». Необычная для театра форма, черно-белый фильм и ни единого слова. Это воспоминания изнутри. Такой срез за эти 25 лет, хронику, вспомнить людей, которые театр создавали, спектакли, которые для театра были знаковыми, являлись какими-то вехами в жизни театра. Поэтому мы придумали такой формат, и не хотелось показывать отрывки или как-то реконструировать декорации. Просто хотелось такой в легкой, шуточной, капустнической форме просто вспомнить и самим как-то понять, какую жизнь мы прожили за эти 25 лет. Каждая постановка – аншлаг. Билеты разбирают чуть ли не в тот же день, когда они появляются в кассе. Владимир Агульченко, проработав главным режиссером театра 17 лет, точно знает, в чем секрет. В искренности. Артисты искренне разговаривают с публикой о тех проблемах, которые они, публика, они знают, они переживают. Но высказать это, а артисты как бы осуществляют их мысли и передают, о чем вы страдаете. Заядлые театралы подтвердят, отношения между зрителями и актером на каждом спектакле по-домашнему теплые. И неважно, сколько лет человеку, сидящему в зале. В планах у труппы всегда идти в ногу со временем, быть понятными и любителям классики и чего-то нового. Елена Гилева, Евгений Валитов, Сергей Глуховский, телекомпания «Краснодар».